Как справиться с болью, если близкий человек изменил мне? Это возможность. Кто-то открывает для вас духовное измерение. Да. Благодаря кому-то вы осознаете хрупкость всех этих вещей. Вам могут изменить, от вас могут сбежать, с вами могут развестись или же упасть замертво, не так ли? Важно, что вам в чем-то отказали. Как именно это произошло, не имеет значения. Вам могли отказать только по той причине, что вы находитесь в иллюзии, веря, что являетесь половиной жизни и нуждаетесь во второй половинке. Нет, вы полноценная жизнь. Если вы расцветете как полноценная жизнь, вы увидите, что отношения по своей природе станут совершенно иными. Перестаньте использовать слова «кто-то изменил мне». Просто скажите, что кто-то подталкивает вас от иллюзорного состояния к абсолютной реальности. Нужно поблагодарить этого человека.